Меня зовут Зина Яковлевна. Не так давно мы с вами зарегистрировались в «Одноклассниках». Сегодня найдем в этой социальной сети старых друзей. Результаты вполне могут вас удивить. Итак, как пользоваться сайтом «Одноклассники»? Думаю, что вы уже догадались, что сайт создан для поиска своих одноклассников, одногруппников, односельчан, однополчан, бывших коллег по работе и общения с ними. На сайте сделано все для того, чтобы можно было быстро найти своих старых знакомых и добавить их в друзья. Как же это сделать? Вверху располагается поисковая строка. Она предназначена для поиска людей и групп. Можно вводить имя человека, его фамилию, город и возраст. Или вводите в поиск все сразу, если вам известны такие данные. Или только имя или фамилию. Но имейте в виду, что, скорее всего, сайт найдет очень много людей с таким же именем и фамилией. Если вы не знаете точный возраст и город, в котором проживает тот, кого вы ищете, то придется просмотреть не один десяток профилей, чтобы найти конкретного человека. Зато, если найдете, отправляйте ему запрос на дружбу. А пока можете просмотреть его профиль, как изменился, какие интересы, фотографии детей и внуков. Согласитесь, это невероятно интересно, особенно, когда речь идет о человеке, которого вы не видели со школьной скамьи. А мы продолжим изучать мир социальных сетей. Будьте здоровы и до встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.